Это туториал по установке, сборке Compact Claustrophobia, сборка, по которой я снимаю выпуски. Мне писали, задавали вопросы, как установить эту сборку. Я отвечал примерно так, как объясню вам в этом видеоролике. И сразу я расскажу про 4 разных способа. 2 универсальных, 2 для пираток и для лицензии точнее, и другие 2 только для лицензии. Как установить сборку Compact Claustrophobia? Первый способ очень простой, но только для лицензионных клиентов. Установите Overwolf и Tsuru's Forge. Сборка Compact Claustrophobia располагается на ресурсе Tsuru's Forge и только на этом ресурсе. Что же нужно? Первое, установить Overwolf и Tsuru's Forge, а второе, найти сборку Compact Claustrophobia в каталоге модпаков. Третье, установить сборку. Эта сборка сама будет обновляться, если будут доступны всякие обновления. После того, как вы установите эту сборку, вам нужно будет залогиниться в лицензионный отдельный лаунчер через Mojang или через Microsoft. А потом просто нажмите «Запуск», готово, у вас сборка запускается. Второй способ – The Launcher. Как бы я к нему не относился, но на самом деле я плохо отношусь, но факт того, что им пользуются многие, и есть фактом. Подходит для пираток. Если у вас будут проблемы с установкой, перейдите на пункт 4. Я крайне советую переходить сразу на 4 пункт, но тут уже больше на вас зависит. Во-первых, вам нужен сам The Launcher. После вы заходите в него, у вас будет кнопка TL Mods. Ищите в поисковике сверху, во вкладке модпаки, пишите Compact Claustrophobia, после вы скачиваете эту сборку. Если она у вас вдруг не запускается, просто перезапустите лаунчер. Третий способ – Multi-MC, для продвинутых пользователей и опять же для лицензий. Сам пользуюсь и крайне советую. Это лаунчер с неограниченным количеством профилей, то есть сборок. Но показывать установку Multi-MC сегодня не буду. В начальной установке нужно будет указать Java в путь. Чтобы установить сборку на Multi-MC, нужен сам Multi-MC. Устанавливаем, входим в аккаунт, PKM по пустому месту и создать сборку. Выбираем Tsuru's Forge и вбиваем в поиске Compact Claustrophobia. Нажимаем ОК, сборка устанавливается. Четвертый способ, самый универсальный. Вам нужно скачать архив сборки по ссылке в описании на Google диске. Вам нужно установить Forge 1.12.2 и Minecraft 1.12.2. Обычно в лаунчерах пиратских уже вшит Forge, но если вы используете официальный, то устанавливаем с архива Forge. После установки закидываем все содержимое, кроме файла Forge, в нашу папку игры. Обычно она располагается по самому стандартному пути. Нажимаем Win плюс R, вписываем UpData% и ищем .minecraft. Туда и запихиваем все. Заходим в ваш лаунчер и выбираем Forge 1.12. Часто задаваемые вопросы, почему у меня лагает сборка. Вам нужно установить Optifine. В Optifine, ну точнее, в сборке самого Optifine нету, вам нужно его скачивать отдельно. Для вас я все упростил, в описании будет ссылка на тоже на Optifine, вы оттуда скачиваете этот Optifine и просто закидываете в папку mods. Обязательно ли качать твой архив для чистой установки четвертым способом? Да, обязательно, потому что по-другому вообще никак. На самом сайте SourceForge, на официальном ресурсе, нету никакого инсталлера, там только сборка для сервера. Как тебе доверять, вдруг там вирусы? Я ручаюсь насчет этого, кроме T-Launcher. Я к T-Launcher очень плохо отношусь, просто рассказал про него, потому что это популярный лаунчер на ру-сегменте, поэтому я вот и сказал про это. А про чистую сборку четвертым способом хочу сразу сказать, я ее установил, заархивировал полностью чистую,
она полностью чистая, я ничего не менял. Ну, кроме как Forge файл. Я его установил и также закинул в архив с официального сайта. Всем хочу пожелать приятной игры. Если у вас будут какие-то вопросы или баги, или что-то другое, обращайтесь либо мне во ВКонтакте, либо в комментариях на Ютубе. Я могу там тоже быть, если что. Я читаю все комментарии. В описании все ссылки, подписывайтесь, все остальное. Всем удачи!